Мужики, всем привет. Ну вот, завел я свой тракторок. Сейчас я поеду сплять лопату на него. С бруса поотобью он грязь. Буду цеплять лопату. Плуг я уже отцепил вчера. Выезжал на нем, вот я плуг отцепил. Потому что у нас 5 дней назад был ледяной дождь. Короче, все было во льду, деревья все ломало. Короче, 5 дней мы были без света, 5 дней без воды и один день даже без связи. Вообще связи не было. Электрики все устраняли, но вчера они вот в тех кустах линия идет, вот там за кустами, все они там устраняли, выпиливали, все вырубали, линию по новой связали, но выехать они не смогли. Я вчера вытаскивал этим трактором этих электриков, ну и соответственно я сразу отцепил плуг. Ну а собственно, что я снимаю, что я завел, почему лопату одеваю, потому что мне местные власти работу предлагают. Но пока еще не договорились на моих условиях, значит, работать, дорогу чистить. Ну и зима еще такая не очень, есть время. Как бы немножечко они меня подешевле хотят нанять, но я пока не соглашаюсь. Вот. Установил я, мужики, печку. Вот она, печка. Это с почтальона. Я так понимаю, что с почтальона. Вот, это спасибо моему отцу, Царство Небесное ему, конечно, он уже давно 4 года умер. Но он запасливый был. Еще у меня есть такая печка с радиатором, но без моторчика. Вот, я ее поставил. Уже она уже с водой. Патрубки я подсоединил. Но пока не ставил ни тумблер, ничего. Пока вот просто напрямую как бы вывел проводочек. Надо тумблер поставить. Я вообще завел проверить, как она будет работать. Еще момент, мужики, знаете какой? Может быть, кто подскажет. Мне здесь один товарищ говорит, я неправильно подсоединил патрубок. Один, значит, сливной. Сейчас открою капот. Это вот, получается, идет у меня на слив. Я его подсоединил вот этому патрубку. Но это вроде как правильно. А на подачу он мне советовал спускача вывести и на подачу. Ну я вот, короче, подачу сделал вот так вот, от помпы. Он мне говорит, что дуть, она будет холодная постоянно, у тебя печка, дуть холодная. Вот я просто в видосах видел, вот этот двигатель на ЗИЛ 130 устанавливает, и они печку от помпы запитывали. Ну, вроде как он там хвалил, что она прям четко дует, все нормально. Ну я вот тоже запитал от помпы, не знаю, правильно, неправильно. Но если не будет дуть, что, я тогда делаю спускача. Просто вот на ЮМАЗике вот как получается вот такой выход, и она пошла на печку. Ну, попробуем так. Если не будет она работать, то тогда что, тогда буду переделывать. Ну, он еще холодный, я его только завел буквально минута полторы, он вообще еще холодный. Вот, ну моторчик крутит, я уже провода накинул. Вот так вот. Ну, если будет, конечно, да по-любому будут окна потеть зимой, то тогда, как у меня вот на газоне, на моем 53-м, такая же печка стоит. И вот эти, как они, гофры, воздухоотводы или гофры, я не знаю. У меня вставлено просто вот в это сопло 2 штуки на лобовуху, значит, на пассажира и на водителя. Ну, он и как бы ноги дует, и лобовуха обдувает. Если будет все потеть, лобовое стекло, то тогда я так же здесь сделаю. Ну, посмотрим, насколько все будет тепло и прикольно. Ну, вот как-то так. Мороз у нас такой слабенький, ну, 5-3 где-то. Это после похоты у меня тут как все намерзло. Но по прогнозам еще будет вроде плюсовая температура, где-то до 7. Вот если как раз плюсовая будет, я думаю, мне повезет вот это все отколупать.
потому что все жестко, все намерзло. Ну вот, короче, как-то так. Ну вот такой обзорчик. Поеду я сейчас, зацеплю лопату, потому что уже вечереет. Скоро мне по хозяйству управляться надо. Поставил я кранчик. Ну это я просто чисто от себя, вот такой шаровый. Вот. Ну, если вдруг все будет ладиться, на лето я его заглушил, да и хрен с ним, как бы не надо там патрубок снимать. У меня там у товарища он снимает патрубки, там заглушки ставит, эти патрубки или висят. Потом он осенью мудохается, потому что эти патрубки всякие там осы, пчелы набивают всякую хрень, он их-то продувает, и, соответственно, забивается еще печка, радиатор сам. Ну, не, у меня пускай будет стоять этот кран. Ладно, ребята, поеду я, зацеплю лопатку. Если будет все тепло в плане печки, то да уже должно быть, даже если чуть-чуть душок будет тепленький, уже будет прекрасно. Вот все думаю, у меня есть такой савдеповский ковер, он еще дедушка мой был живой. Вот, остался он скрученный. Он такой плотный и не сильно толстый. Вот думаю, может быть, чехол какой-нибудь сшить ему на зиму. Просто накидку, раз и все. Ну, посмотрим. А, еще заметил, вот, смотрите, у меня какой трак получился. Вот, куска нету. Это я как раз на этот дальняк ездил, когда покатил, вот, и там, походу, я его и потерял. И половина пальца нету, вот. Палец вот так вот должен быть. Ну и куска трака нет. Ну сейчас грязь отбросится. Надо заменить. Я, кстати, почуть, короче, когда время свободное есть, но его, в принципе, никогда у меня нет. Но, тем не менее, если когда нахожу время, могу сесть на свой УАЗик, поехать. Просто, типа, как отдохнуть. Возьму собаку. И вот, тут раньше поле было. Сейчас это лесхоз посадку посеял. И вот на той горе тоже поле было, и она все, короче, засеяна. Ну, раньше выращивали там пшеницу, все вот эти культуры зерновые. А сейчас там, короче, посадили деревья и типа как бы сделали типа леса. Но когда-то был пожар здесь, трава все горела, и там деревья вот выгорели. Ну, в общем, я к чему говорю. Я беру собаку, беру, короче, сажусь на УАЗик, и мы едем, короче, с псом. Ну и типа как бы ковыряю металлчик. Есть такой металлоискатель самодельный. Вот. И я нашел, кстати, на этом поле 4 трака. Именно с вот такими рисунками. Ну, в общем, именно вот как, какие здесь стоят. 4 трака, то есть запаска у меня. Вот я не стал их никуда девать, не выкидывать. Такие вещи не выкидывают. И они, кстати, даже прям у них эти шипы, короче, большие, не похожие. И один я нашел, он немного лысый. Ну, тем не менее, пойдет. Я ее тоже не стал выбрасывать. Ну, вот как-то так. Ладно, всем, ребята, удачи, всего доброго.